Сосед пригласил к себе в гости познакомиться. Вот наш сосед. Вот как он играет на гармошке. Вот такие веселые, хорошие, вот такие соседи у нас. Ну вот, вырежем нахрен это. Вот уже задолбало меня. Закончился наш день. Мостик в основном построен, каркас. Там еще укосины буду варить, и все швы надо ж проварить нормально. Все помощники уже уехали. Ну, спасибо, помогли, в принципе, нормально, потому что самому позабивать сваи я бы не смог. Дальше я все сам сделаю, надо нормальные швы положить. После того, как все уехали, уже начал проваривать швы. Проварил там пару рядов, можно сказать. И маска у меня была на голове, и я под низом там поднял ее вверх. И через перекладину задел этим козырьком. И она у меня с головы сваливается и падает в воду. Я быстренько, блин, в тапочках. Я уже не в сапогах был, потому что складки. Это все. А дальше уже положил досточки на то, что мы мостик сварили. Я уже на досточках там приваривал. То есть мне уже не надо в воду было залазить. Вот. И вот так пригнулся, зацепил, и маска туда. И я в этом тапочке тоже за нею, за ней, ее быстренько вытянуть, ну, вода уже попала. И все, она перестала уже работать. Сейчас попытаюсь разобрать, там электроника есть, не знаю, почистить, просушить. Может, она и заработает. Если не заработает, значит, получается, попал. 1100 гривен. Вот так. Но если маска не будет работать, я же без маски варить не смогу. Сейчас буду делать трепанацию этой маски. Смысл в том, что она не работает. И все. А если она не работает, то это как камуфляж будет. Повесим о вспоминании об этом. Произошла реальная трепанация нашей маски. Выковырял всю электронику. Вот она. Вот разобрал. И там оказалось, была куча влаги, куча воды на самой плате. Вот самое стекло, которое затеняется, когда появляется дуга. Вот сама электроника. Тут вот регулировки. И тут... Оказывается, я думал, там аккумуляторы стоят. Тут вот такие дисковые аккумуляторы. Они стоят по бокам. Тут одна регулировочка, чувствительность. Тут затенение. Вот. Другой аккумулятор. И тут везде была влага. Тут корпус заклеен. Еле ее выломал. Это вскрытие было. С помощью ножа, плоскогубцев даже. Ну, сейчас просушу. И попытаюсь собрать. Вдруг она заработает. Ну, если не заработает, ну вот все. Маска робокопа. Тогда в мусорку. Не роняйте в воду такие маски. Сейчас будем сушить. Если все получится и заработает, я покажу. Но если не заработает, тоже скажу, что, увы, вот так дурак. Задел маску головой сверху об что-то, и она свалилась в воду. И все. И больше маски нету. У нас тут кошек греется. На улице уже холодно. Туалет, наверное, хочет. Сейчас откроем. Давай, иди, 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 иди. Ну иди, иди, я тебя выпущу.
Очень долго возился с этим устройством, прослушивал несколько раз, решил просто собрать и, может, повесить на гвоздик. И уже подумал купить новый. Но, как оказалось, собрал уже полностью все, и оно работает. Вот, сейчас я смотрю вот так, полностью все прозрачно, и смотрю на лампочку, хлоп, и темно. Вот я телевизор показываю. Но вот сейчас на свет, на лампочку хлоп, и уже темно, только нить накаливания видно. Ну, видит ли эта камера, я не знаю. Вот телевизор уже четко видно. Честно скажу, уже даже не ожидал. Я уже попрощался, можно сказать, с этой масочкой. И думал уже покупать новую. Но, как оказалось, все исправил. Все работает, как и работало. Вот так. Завтра, думаю, закончу сварку нашего мостика уже капитально. Наступил второй день сварки нашего мостика. Как вы видели, значит, он уже, можно сказать, готов. Одной перемычки нет, которую эпицентр нам не допоставил. Но это я вот один 6 метров вот такой. Туда я потом приварю. Значит, тут я уже, в принципе, поприваривал. Но возникла небольшая проблема. Значит, я ток давал, электрод тройка. Ну, материал тут у меня четверка. Вот уголочек максимум. Получается слабоват ток, потому что я давал, пробовал на 100 ампер, 90. Слишком длинный провод сетевой, большое падение, нормально не варит. Поэтому на 80 ампер, но на 80 ампер получается довольно плохой шов. И приходится вот так по несколько раз проходить, оно не проплавляет нормально металл. И некрасиво, мне это не нравится. Что я решил, значит, буду варить на 100, на 110 ампер, но я проложил вот еще третий вот провод. И сейчас попытаюсь варить на 100 или на 110 ампер. Думаю, шов уже будет нормальный. Маска заработала наконец-то. Я же говорил, что я ее утопил. Вот. И чтобы подобное не произошло, потому что варить приходится, видите, над водой. Вот. И задел. Вот так наклонялся, задел козырьком вот это, и она слетела с головы и туда, и все, и пришла и хана. Вот, значит, сейчас я ее взял, уже привязал. Если бы на землю, вопросов бы не было, я ее привязал. Если она даже упадет, вот, в воду она не упадет. То есть над водой вот такая перестраховка, потому что хватит. Я уже думал, что сегодня и варить не буду, если маску не исправлю. Но, слава богу, исправила, она заработала. Отвечаю на ваши вопросы. Практически каждый второй. Где Lexus? Где Lexus? Вот где Lexus. Все в порядке. Опять едем к теще в гости. Так что вот так. А скоро, завтра, планируем еще куда-то ехать. Тоже сниму. Так что все у нас нормально. Лексусом все в порядке. Берем красивые игрушки. Но они тут, конечно, не такие. Это не такие. Не, были там вообще вот такие у вас. О, вот такие все были. Ну да, вот такие. Вот такие берем. Очень вкусные груши. Так то, наверное, купим. Ну как? Еще не влежалося, да? А в яку ціну?